Итак, приветствую всех, кто смотрит. Продолжаем Gold Rush день за днем на харде. У нас сезон 3, день 27. 4 дня до зимы. Так, переключил на метрическую систему. Золото 1136 грамм. Ну ладно, продолжу рыть. Рыть опять же буду за кадром. Так, механик засел. Зря он это сделал. Ну ладно. Увидимся позже. Итак, одну промывку уже сделал. Второй раз заполняю. Ну, там было уже прилично в промприборе, порядка 60%. Так, и сейчас пора, наверное, уже менять зубья экскаватора. Так, тут запчасти опять разлетаются. Экскаватор пора заправлять. Да, блин. Черт, куда все улетело? Не найду ж потом. Так, пора заправить и заменить зубья. Здесь докапываю эту часть. Чуток осталось. Ящик нужен. Дайте ящик для сломанного. Механику эти зубы починить не светит. Пусть занимается генератором лучше. Чем-нибудь более полезным. Так, сколько тут осталось? А 7%. Так, немного заправили. Семь процентов это уже практически все. Запасной комплект у нас есть. И можно будет не париться. Ставим новые. Так, еще один где-то там болтыхается. Или потерял? Да неужто? Неужто один потерял? А он где потерял?
Води найди. Потерять мог только здесь или возле бочки. Либо возле генератора, либо возле бочки. Вот. И такое бывает. Отлично, зубчики новенькие. Это продать? Да. Хорошо, хоть не рассыпается. Так, колесо положить нормально надо. Там кратер тоже ломается. Так, крутись ты нормально. Сюда вот хочу положить, не кладется. Ладно. Значит, просто ящик туда не влезет. Бочку на заправку. Старые зубья на продажу. Конечно, механик мог бы их подшаманить, но пусть лучше займется чем-нибудь полезным. Более дорогостоящим. Зубья закупим уже зимой новые. Так, ящик куда-нибудь туда, обратно. Так, 39%. Экскаватор починен, о нем можно надолго забыть. Роем дальше. Насколько заправил? Почти полный. Ладно. Увидимся позже. Так, время уже 20:11. Пора промывать. Тройная промывка сегодня уже не получится, а так хотелось, но ничего, получится завтра. На следующей серии. Обязательно.
продавать, наверное. Не знаю, поедем, не поедем. Поскольку еще запас есть, слиток есть, который можно продать. Так, ну ладно, накидаем эту машину. Как раз, наверное, будет заполнение. На тройную промывку, но очистить уже не успеем. Там двойная промывка уже в ведрах. Очищено, собрано. Топливо сожрал, практически не осталось в экскаваторе. И запчастей надо будет. Так, механик там над кнопками генератора шуршит, но выходит из строя насос. Двигатель насоса и труба насоса, а также все ролики барабанного сита. Это надо будет купить, но попозже. Добьем эту машину. Денег 26 тысяч. Хватит вполне. И есть еще два слитка. Один большой и один маленький. Маленький можно продать. Был запас денег. процента. Сгребаем все, не только жилу. Так, не та кнопка. Зубья новые, надолго хватит. И еще не знаю, буду ли я мотать зиму, сидеть. Хотя, с одной стороны, работяги могут разбежаться за это время. От долгого сидения ничего не делания. С другой стороны, механик может подтянуть все побитые запчасти. Пока техника будет простаивать. Не успел закрыть, высыпается. А время уже 21:00. Сюда еще заправщик подгонять. Начнем промывку. Заправщик подгоним. процентов плюс еще две машины. Заводим то и другое. Так, по 28% уже. Двигатель. Поехали. Магнетит. Ой, я обратно поставил ведро, которое не довезли в тот раз. Топливный пистолет. Опа. Тоже выходит из строя.
Посмотрим, насколько потянет. Полный. Так. 56 грамм с ведра. В город все-таки, наверное, съездим. Потому что теперь в килограммах пес его знает, сколько там надо на прокачку кузнеца. Так, там. Торшит. Что ж, еще есть порода. Делаем все сразу. Заправился. Шестьдесят два грамма. Как успехи. Можно сыпать. Ух, не успеем. Ну, пес с ним. Так, подзаправляю генератор на лампочке. Здесь выбрано уже прилично. Рой до дна. Девяносто пять. Набрали тройную промывку, но не успеем очистить промприбор. Девяносто восемь. Готов выключить. Так, ведро поменялось, коврики. Есть замена ковриков, есть 100%. С этого, наверное, уже начнем в следующий день. Очистки промприбора. Это сразу можно куда-нибудь сюда. Опа, а тут я что сделал? Тороплюсь. Повнимательнее.
Так. Перезарядка. Неплохо идет. Так, все и сразу. Двадцать два пятьдесят, вроде успеваем. А если второй раз пропустить магнетит, что будет? Да вроде ничего не будет. Даже ноль магнетита. Где? Глючит малость. Так, если еще раз пропустить, что будет? Добавлено 0 магнетита, все правильно. Так, тут перезаряжено. Мелочь. Так, сверху снять. Ладно, мелочью потом займемся. Сначала вот это.
21 грамм мелочи. Тут поболее будет. Двести сорок шесть грамм ведра. Это уже кое-что. Еще два ведра мелочи. 226 со второго. Девятнадцать грамм, что-то маловато будет. И последнее ведро. Коврики очистить уже не успеваем. Тут закончили. Или успеем. Нет, не успеем. День почти окончен. Так что это уже на следующий день. И день окончен. Так, 1017 кубов переработано. Заработано килограмм 700 грамм золота, 523 грамма аренда, 9600 зарплата и 10300 аренда техники. Итого 6700 осталось. 2 килограмма 300 грамм. 32000 магнетита, 32 кило. Посмотрим, съездим, наверное. Посмотрим цены. Так, зря насос вырубил. Чистить надо. Так, еще одно ведро надо. Дайте ведро. Канистру заправить. Очистим. Ездим. Так, это последний.
И не падать. А может там чувак пришел, надо глянуть кто. Теперь переключил на метрическую и фиг пойму. Ехать, не ехать, плавить, не плавить, хватит, не хватит. Так, слиток по 80 унций максимум. Вот и пересчитывай, быстро не пересчитаешь. По 30 грамм на унцию. Так, тут. А еще дальше может шуршать. Немножечко есть. Чем пошуршать? Так, чувака глянем. Вот наши слиточки. Один на 77 унций, другой на 35. На 35 можно продать. Почем там? Растет в цене. 43 грамма. За унцию. Так, вот это можно продать. 2100, должно хватить на слиток. Чувак. Чувак? Кто? Отсадочная машина. О, берем. Пошел. И ковриков надо будет купить. Шесть штук. Так, поехали в город. Так, там ведро надо будет. Эта серия получится подлиннее. Погнали, посмотрим. Надеюсь, вытяну двойную промывку на следующий день. Вдобавок к тому, что уже есть. Уть, забыл. Выключить полный привод. Маневренность никакая. Первый снег. Магнетит на завод. 3% это пол ведра. Ну, примерно 10% на ведро идет. Семьдесят девять кило магнетита. Так. Забыл уже, что хотел купить. А, коврики хотел купить. 6 ковриков надо. Так, 50 тысяч есть. Этого до конца сезона должно хватить. Хотя, по 20 тысяч в день траты. Это дня на 2 как раз. Окопать 3 дня. Скидочка есть на... фронтальный погрузчик. Так, дайте ковриков. Коврики, коврики, вот эти нужны. Остальное пока не надо. Это дополнительные к отсадке, на которой чувак сидит теперь.
автоматом будет менять. Загрузились, поехали. Теперь кузнец. Да, время теряем немного. Так. Посмотрим прокачка. Какие тут цены в килограммах. Не смотрел. Что? Килограмм. Здесь 175 килограмм. 375. Это закрыто. Так, ну, у нас пока нету. Если продать это на 18 тысяч баксов. Так, плавка. Да, плавит по 2200. Будет второй слиток. Итого примерно 100 тысяч на счету. Ну, 100 тысяч с каждого слитка, это 200 получится. В конце сезона с двух слитков. И за эти три дня еще сотенку надо будет накопать. Так, плавим остатки. О, тут мало. Ну пусть будет. Так, 45 тысяч. Продавать пока не будем. Если что, сможем всегда магнетит продать. Если совсем уж прижмет. Да, и совсем маленький. Ну и все, пожалуй. Погнали на базу. Столбик хрясь. 2 часа потеряли. Ну и ладно. Так, сейчас еще коврики надо будет поставить. Так, пистолет запасной вроде был. Хотя не помню, был или не был, но... Вот опасно так оставлять, потому что если гроза будет, планшетка работать не будет, придется ехать. Ну, 30% еще какое-то время походит. Это не ноль. Приехали. Такие удары, они повреждают колеса. Можно так налететь, что колесо сразу в хлам. Так. Да, блин. Шустрый. Машину туда, обратно. Так, понадобится полный комплект запчастей к насосу обязательно. И полный комплект роликов. Они уже давно помирают. Так, коврики 6 штук. А, нету? Серьезно? А, это... Блин. Тупанул, ладно. Здесь не коврики, здесь ведра. Отсадочная машина, вот на какую? Хрен поймешь.
Какие из них будут заменяться, когда они так подсвечены? Это баг, баговина. Подсветка должна появляться, когда рабочего сажаешь. Теперь какое-то одно ведро будет меняться. От какое, попробуй пойми. Ну ладно, а на этом пока закончим. Хотя слиточки сначала перетащим, потом закончим. Так. Слитки в палатку. Коллекцию 77. Два больших, один маленький. Ну, маленький, наверное, пусть в машине болтается, хотя... Унесем. Телеграмма. Так. Что тут у нас? По 95 тысяч. Два слитка и один маленький на 3700. Для поддержки штанин всегда можно продать. Но пока не будем. Так, а на этом действительно закончим. Всего хорошего, всем пока.